Может, расскажете мне, что происходит? Около 2 месяцев назад мы обнаружили Даниила спящим с открытыми глазами. Он пытался что-то сказать, но все его тело было парализовано. Даниил, ты перенес сонный паралич. Разум понял, что в комнате что-то было. Это просто твои фантазии, твое воображение. Это происходит не только с ним. Ноэль, с нами. Здесь будут спать ваши родители, так что вы в безопасности. Мы проследим за тем, что происходит с вами во сне. С нами в комнате. Что-то было. Это был не сон. Оно приходит, когда я сплю. Приходит из тьмы. Ночной кошмар. Демон существует с тех пор, как люди научились спать. Он парализует ребенка, а потом душит его. Ламбер. Лабиринты сна. В кино с 11 января.